So yesterday we got pretty wasted, and today we're going to go to the beach near to my house and lie around and get rid of that alcohol, horrible hangover feeling. So just left the house. I'm going to show you how Russians relax in summer. And yesterday we actually went there, we had a barbecue and then we went there, and it was really hot yesterday. So we were relaxing there as well. And there's loads of people there yesterday. The sun's not out yet, so I don't know if it's going to be really busy there or not. But you'll get a glimpse of how Russians basically relax in summer. Привет. Как дела? Прекрасно. Вот вчера было лучше, сегодня очень плохо. А вчера что было? Вчера была классная тусовка. Собрались у Сэма дома, чуть-чуть отдохнуть. Сэм 2 часа жарил шашлыки, а потом мы жарились уже. Только два. Только два, а потом еще ели. Вот один недостаток. Он спросил, вот этот вообще себя нормально чувствует, с финиками. А ты как? Я как? Пешком. И как голова? Все хорошо. Да, молодец, русский мужик. Вот. Такой подшатанный. Вот. Но было хорошо. Молодец. Теперь спорт. Типа спорт сейчас, да? Да, вот. Спорт это лежат. А, да, у нас мяч. Будем в волейбол играть. Но я не буду играть, честно. Но вот Миша и Диана, они хорошо играют, так что они будут играть. А мы, наверное, будем купаться. И ничего делать нет. А вы знаете, что Сэм? Он очень гостеприимный. Спасибо. У него всегда очень приятно находиться в гостях. Я был там один раз, но там всегда приятно. Вот. Приезжай обратно. Спасибо. Уже твоя комната, уже твоя. Уже не. О, я ее сдавать могу. По 1000 рублей час сдаю, почасово. Онлайн. Ой. So here we are, we've arrived at the lake. Not many people here yet. The weather's again, as I said, not as hot as yesterday. But, yeah, this is just like a typical lake. Not like, we're not really outside of town, so we're just like, literally 5 minutes from my house. It's just like a typical little lake that people go swimming. So here's a volleyball court, but there's no net yet. Yesterday, everyone was playing volleyball, but the people playing brought their own net. So over here, we have a area that people can pay to put the clothes inside, so they get looked after when they go swimming. And actually on the sign, it says, yeah, you're not allowed to swim, so it's quite funny. Misha's got the best swimming trunks in the world. Жалко, что камера не перед. Жалко, что камера. А там глубоко у вас? The water's so nice. All winter, I was thinking I should definitely hit the gym. So we're going to spy on a girl now who is sunbathing. Her eyes are closed, so we can spy on her and no one's going to know that we're filming her. Это как называется по-русски? Сэндвич? Бутерброд, да? Как это называется? Называется... Миш, раздвигайся, они просто большие. У Миши какой-то удовольствие получает, я вижу. 100%. Вот, что-то... Он самый счастливый. Что скажешь? Давай красный. Я никак не объяснить ситуацию. Но ты любишь лето в России? Да, дай ты мне отдохнуть. Да? Здесь очень красивое место, да? Как на Бали. Да, как на Бали. Это алкоголизм. Вы волейболист? Нет, мы нет. Вы это сюда каждый день приезжаете, чтобы играть, да? Нет. Стол. А вы все типа друзья или? Да. Круто. А вы где-то только лето здесь это собираете и зима где-то играешь или? Ну, классика. Да. Молодец. А как зовут? Саша. Саша, мне Сэм. Очень приятно. Привет. Как зовут? Дима. Дима, очень приятно. Привет. I can see there's another fan of volleyball here. I'm going to go and try and speak to him. Я вижу, что вы фанат волейбола.
фанат. Нет? Смотрю просто. Ага. А меня зовут Сэм. Я снимаю блог о России. Ага. Вот. А как вас зовут? Меня Сергей зовут. Сергей? Очень приятно, Сергей. Вот ты. Кошка снимаю. О-о-о. Давай покладик, слушай. О-о-о. Молодец. So now we're just relaxing after a nice swim. A very Russian thing is that people, they drink beer the next day after drinking vodka to kind of level the level of alcohol off so they don't feel the effect. And then the next day, they're going to be much better instead of spending a whole day in stress. So right now, everyone's just kind of like sitting down and having a couple of beers and relaxing. Я просто шарады, что ты не состриться. Не, не то, что там были, но открой, короче, радисты. Ты не? Для всех ты будешь показывать? Нет, я буду объяснять, как у нас, девочки. У нас, давай. Есть такое чувство. Любовь. Плохое, нет, плохое чувство. Может быть... So in Russia, one thing that loads of people like to play is activity. Don't know if you know, activity is basically just like where you have to guess the word by someone like acts it out or describes something or draws it, or the other ones I think making the noise and then your team have to guess it, and in Russia it's really popular. So our team is doing really well. Давай я показывать буду. Okay. Нам. Давай я сниму. Раз 10. Я 10 скажу. Ну ты можешь. Утром подъем. Просто пойся. Завтрак. 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 И все? Да. На 7, да? 3 балла. 3 балла, да? 3. Нам надо дать... Это Кристина, она стесняется. Я буду рассказывать. Это поговорка для всех. В общем, вот...